Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Я сегодня вышла просто поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем здоровья, самое главное, счастья, любви, добра больше, вашим семьям всего самого наилучшего. Пусть следующий год сложится лучше, чем предыдущий. Пусть у вас всегда будет больше радостных минут в жизни. Пусть вас окружают только приятные, добрые люди. Пусть у вас сложится все, как вы пожелаете. Пусть исполняются ваши мечты. Те, кто хотел путешествовать, путешествуйте. Те, кто хотел построить дом, стройте. Те, кто хотел выйти замуж, пусть у вас вы встретите спутника своей жизни. Пусть детки ваши растут здоровыми, крепкими и радуют вас. В этом году, в конце года, я мало вас радовала своим появлением на экранах, но особо было показывать нечего. Зима – это, как говорится, вроде как сезон отдыха, но у меня как раз он был довольно бурный, довольно много трудилась я. Но сейчас будет полегче, сейчас уже будет попроще, буду теперь больше уделять внимание видео, больше прогулкам, отдыху. Буду вам показывать наш красивый заснеженный город. Вам, мне кажется, очень понравится. Буду больше рассказывать о том, что интересного происходит в городе. Так что в следующем году, я надеюсь, не буду обещать, но я надеюсь, что я буду почаще выходить к вам в эфир. Всего вам доброго! С Новым годом вас, друзья!